Приветствую, друзья! Сегодня у нас полный обзор, я бы даже сказал, полнейший обзор экшн-камеры Yui 2. Сейчас мы посмотрим, как она снимает и фото, и видео в разных режимах, и днем, и ночью, и Full HD, и HD, и слоумо, и таймлапс, и 4K. Ну, 4K я даже смонтировал отдельно это видео, и в конце этого ролика сможете перейти по ссылочке и посмотреть еще одно видео даже в 4K. Будет это все в конце ролика. Итак, ну что, сейчас по экрану еще вам покажу. Экран очень чувствительный, очень шустрый, и сейчас вам покажу. Смотрите, все происходит очень мгновенно. К примеру, нам надо сейчас включить режим видео, вот у нас стоит Full HD, нам надо, к примеру, 4K включить, да? Как это делается и насколько быстро? Заходим вот сюда, нажимаем оп, сюда, вниз листнули, 4K, и готово, у нас видео уже в 4K. Если нам, к примеру, надо делать фотографию, да, мы нажимаем сюда, оп, все, фоточки делаем, обратно на видео, оп, видео делаем. Все мгновенно, все моментально, экран очень чувствительный, сенсорный. Это плюс большой. Так что оценивайте качество видео, пишите в комментариях. Не забываем также про лайки, подписываемся на канал и ждем очередные видосы. Китайский GoPro, да? Типа GoPro. Типа 20 тысяч.